Глава Приморья Олег Кожемяка передал 6 новых ноутбуков на один из приморских полигонов Вооруженных сил России, обучающих молодых бойцов, в том числе и навыкам управления беспилотными летательными аппаратами. Технику для тренингов на симуляторах пилотирования губернатор вручил одному из самых подготовленных инструкторов. Илья, ты у нас лучший оператор дронов на всем фронте. Благодаря твоей скоординированной работе, в общем-то, дельным советам, огромному словарному запасу, который позволял направлять танк на самые, как говорится, важные точки и привести победу, вот, вы разгромили там 8 этих единиц бронетехники, ну и... Конечно, мы говорили о том, что ты должен сам возглавить какой-то такой центр подготовки. Тебе для этого нужны были ноутбуки. Так? Да. Поэтому вот получайте ноутбуки. У нас мы производим FPV-дроны, производим беспилотные самолеты. Тебе обязательно нужно побывать в Арсеньеве, вот, и организовать эту работу. Поэтому все. Вот тебе торжественно вручаю. Спасибо большое. Эти ноутбуки нужны, чтобы в полевых условиях создать рабочие места для обучения на симуляторах военнослужащих. С помощью специальных программных приложений они будут учиться управлять беспилотниками сначала виртуально и, получив нужные навыки, перейдут к пилотированию уже настоящими летательными аппаратами. Ноутбуки приобретены по личному распоряжению губернатора Приморья.